В смысле, на пропульшен не высадиться и пойти пешком? Да, конечно. И вам, наверное, с горочки лучше не идти. С горочек будете идти, подойдете под огонь. Это надо в мертвых зонах, чтобы с вулкана они не смогли заюзать. А то упадает, вообще будет некрасиво. Может, мы тогда вот здесь высадимся? Ну да. Ну, типа мы готовы, да? Давай хоть нарисуйте только. Дальше давайте не пойдем, там зона уже начинается. Вообще, блин. Вообще. Как лучше купаться на море. Движение на 90. Пошли? Девяносто. Сейчас я метку на соображу. По сторонам внимательно, тут же враг может почти все в банданах. Или все. Надо вулканы взорвать. Да. С чего все взяли? Да, я забрал. Если верить карте, мы уже в зоне. Сейчас будет весело. Сильно не лезьте. Да. Особенно под елочки смотрю внимательно. Не торопимся. Они никуда не ушли. Они здесь. Мы тоже. Что-то мы как грибы в этом месте собрались скучно. Пойду правее. Ага, то есть нам надо на 40 будет пройти. Ой. Даже на 20. 25. По всей видимости, они на юге сидят. Ну ничего, босс, проверим на наблюдателя предмета. Так нам надо вот эту антенну, да, проверить, эту высоту? Нет, 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 которая на севере базы, видишь, там 154-я высота, да, 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 перед ней. Казармы там всякие, короче. Нам лучше сейчас через лесочек со стороны ноля идти. Ну все, я отдохнул, если все отдохнули, пошли.
Направо посмотрите тоже, на базе. Но я на базе вулкана не вижу. Значит, ушли они. На антенне, вернее, имеется в виду. А кто-нибудь с горы из наших спустился вниз в зеленку? Второе возможное отделение. Потому что я впереди вижу там кто-то. Он шмыгнул быстро в елку, я не успел понять, кто это. Да я был, потому что я вокруг себя не вижу. Понял. А, вот, я вижу, вижу. Отцой, да. Сейчас базу вокруг обойдем, посмотрим. Силки кончаются, начинается открытый пространство. Ну, по склону мы ходим, ходим вокруг по склону. И второе отделение тоже торчит. Ага. Понял, но мы все равно все должны обойти и будем со стороны востока заходить на юг. Там погуще елки. Меньше проплешин. Там к забору, да, надо подойти? Да, не обязательно заходить. Вулкана не видно, мы на базу даже не заходим. Если наблюдатель здесь есть... Есть, есть один на базе. Есть? Да, да, и вулкан на базе, там же стоит вот вулкан. А. Ну, взрывайте, зажигайте. А, труба же не стоит. Ну я отсюда не попаду, мне надо поближе. Прям на военной базе я не вижу, да, что. Там, где зеленый такой ангар. Это стоит броня, да. Сейчас сожгу. Это кшемка, по-моему, да? Посмотрел. Ага. Хрена тут гадюшник. Ядрить, когда расколотила все эти казармы. Да. Подбежит. Что-то жестко взорвалось. Зачем я побежал? Зачем? Вот надо было... Меня задело взрывом, блин. Зачем? Ты в казарме сидел? Не, я возле бака сидел. Понятно. Я выстрелить успел, не попал надо, да? Меня-то кто-то убил первым. А, попал. Это попал. Ты был через лаз? Пролазил. Да, да. А, это я попал в него, разочек. Мое любопытство меня загубило. Что это был, кому я не видел, говорят, все говорят, видят вулкан. Я не вижу, думаю, что за хрень. Решил поглядеть, разглядеть. Все-таки я в него попал. Фу. Это был нежданчик. Все спешка поспешила немножко.
Ты не готов. Все, круг готов? Короче, подранили. Че ты до хрена тут красный, блин? Да я хрен его сколько здесь синих, мы зашли вообще как-то прям в гадюшник. Я-то думал, тут вообще никого нет, а вы тут, оказывается, по елкам расселись. Никого не видно, не слышно. А второй где вулкан? В казармах, только и северне. Не, в смысле южнее. А, так все на базе затащено. Угу. Решили придумать новый план. Ну правильно. Мы-то думали, вы на юге будете сидеть опять. Елочки повалить, там все поставить. Вот так встреча. У кого? Оккупант? Я и Салин. Да. Ой, Салина спасла ее. Прям в лесу прям. Ой, а, не спасла. Спасла. Да. Достала. Ну не убила. Надо было сидеть в елке. Фуэр, беги, беги, фуэр. Эх, не успел подлечиться. Истек? Да, не, меня убили. Угу. Каркарщик просто. Окей, минус двое. Нет, тут вроде. Минус два своих? Не-не-не-не. Короче, не может занять? А выронил, короче, еще кого-то. Может, занял, сейчас угонит. Нет, не знаю, меня первый раз выкинул, а потом нормально. Вы так поставили, чтоб не сесть? Чтоб не видно было с юга. Выйти и сесть можно. Ты я сам себя загнал. Короче, короче. Открыть дверь, сел как-то в эту, короче, она оказывается там стояла. Она взорвалась или нет? Нет, нет. Господи. Это террорист, неудачник. Только поставил баба. Да я специально взорвал ее, думаю, не сейчас разорвется, закончится. Да сейчас. Задача ликвидировать себя. Ты его ли поставил в проем, там здание на себя больше сделаю, чем для тебя. Ну. Обидно было. Хрена себе банзай хитрый. Залез на вышку. Ну. Убил даже кого-то. Что за горе? Какой дебильный резкий. В армии 3, конечно. Знаешь, как там хорошо прятаться? Шаги есть, позы все. Ну. Сейчас они пока прочухают, откуда по ним стреляют. Да главное, я бежал, хотел сразу открыть дверь, тут бежишь и сел в технику. А такой ты, сразу. Ты на таймер поставил, да? Не, я взорвал. С собой. Я думал, она взорвется, и мы выиграем. Специально взорвал. Казалось, не взорвалась. Мне повезло. Да. Что-то Махно давно лежит, она уже не помнит. Респаун нажать стол столько. Да, Махно открылся. Уже течет, у меня уже пузырит. Да. Уже пузырит, значит, все. Сейчас сдохнет. Кого я убил, который сидел, смотрел на меня, когда я выбежал? А, я чувака, который бежал на меня, и я выронил, оказывается. Я ему попал по голове. Я вообще не думал, что я тебя убил.
Я по тебе пострелял, увидел, каким я оружием упал и быстро забежал. Думал, я тебя не убил. Банза вообще норм сидит. Я же говорю, они не прочухали вообще, откуда по ним стреляют и кто. А флайер там сидел в этой елке или нет? Мы думали, что вы поете с севера. Фу, с юга. Он перебежал. И вот тарантайки съел, короче, и вылез чек, никто там в забор шлял, секунду, мне в ракету прилетел. Всё, сейчас ещё минут будет. О, я видел. Шалят. У кого? Ох, в ногу уже в полный рост. О. Да стреляй. Всё, минус Саня. Вот обидно. Ладно. Надо было сесть и уехать на ней. Так я же говорю, я когда бежал, я резко нажал на кнопку на ракет, открыл первую дверь. Хотел вторую резко открыть и сел в технику, я такой сейчас ничего не понял. Сейчас отделение СДО никуда дойдет, и даже мед, все. Без ангара я вообще... Ну ты что, с ангаром там двери не открыть даже. Так, ангар сделать разрушаемым. Ну, хотя бы не знаю, один будет. Суть в том, что ангар, он... как было с ангаром? Поставили в ангар, двери не открыть. Я бегают помню, сзади, я... сзади бегают, сетчел поставить. Не могут, потому что этот вулкан начинает по стенке стрелять сзади, и с этими разрывами убивают всех, кто ставит сетчел. То есть вообще ничего не сделают, просто. Банзай, слышал уже. А это ПГ почему не постреляли? По ангару. А, не было. Значит, добавить. Да, есть. Все потерялись в лесу. Вы умерли, вернее. Это их проблемы уже были. Да. Слышал. Да, Банзай сейчас на фронте. Хитрая, зараза. Ты главное давний. По нему работает, по-моему, да? Никто увидел. Или нет? Ну а люди, знаешь, ну, типа туда никто не полезет. Ну да, я тоже не думал. Да и здесь не в этом суть. По ним бьют, они с того направления, откуда бить не могут. То есть люди находятся. Видят, что горы никакой нет. То есть. И забор вокруг. У них просто разрыв шаблона. Они не понимают, что происходит. Остается надеяться, сейчас три тела поднимаются вверх. И они как-то поймут. Там Банзай на шухер, я думаю, сейчас Банзай это много. Ну, не, у меня типа его. Так, Антон. У него сейчас патроны кончатся. Нафига очередные стрели? Так, надежно. Так его увидели уже. Тут либо он, либо... Либо. Он слева входит. Холодок что-то там бегает, путешествует. А вот и слайд? Я бы собирал. О, по бонзай бешун. Холодок надо потерялся. Холодок. Помню, он полил. Спрятался. Бля. Я в домике. Блин, с тобой торчит одна. Внизу. Под себя? Прострелил, что ли? Колено стреляют. Банзай, беги! Он медик, он отлично. Какой же он везучий. Сейчас без сознанку пойдет. У него два раза попали с АС-вала, он выжил. По мне СМ-ки... Ханин, хотя гранату кину. Еще и гранату, Леонид, хоть.
Окружаю, окружаю. Мне кажется, уже можно забыть. Сбоку заходи. Сбоку заходи. Смотри, дечься. Лёжа лечится долго, зря. И вовремя, уже там пролазит. Ай, так поползали. Ну а чё все лежат-то? Ой, зря. А, или он ушел, да, с горы? Нет, видит, а видит. Нет. Моби, давай стреляй. Ходи. Не попадет. Бить, бить бонзая. Бонзай вылечился. Бонзай готов к бою? Бонзай вообще жесткий. У меня сейчас последний минут патрон заканчивается. Мне все зубами рвать. Сейчас в руку попадет, будет смешно. В БМ-ку, в ствол, и умрет. Ну да, конечно, пометил всем. Не подождал, ты мимо. Это эффект неожиданности. Сейчас дым пойдет, побежит, он такой не. И убегает раньше. Он к фаеру, наверное, бежит. Все, сейчас обе подбегает, взрывает и все. Неизвестно, еще бонзай может встретить. Там много зданий. Блять, только он не самый лучший. А. Все. Во! Все. Да хана. Осталось попасть. Выжил. Не понял? Бока взорвалась, а еще живая стоит. Ну горит, сейчас горит, взорвется. Да, горит, горит. Да не, бонзай придет покушать. Кардич какая. По-пионерски. Тушите, тушите. О, Паша, вот и сразу. Несите воду. Несите воду. Пацаны, тащите ведра. У меня так горит из-за этого вулкана. Надо бонзай попрыгать. Короче, из-за системы повреждений он ушел в тот статус, когда он как бы не уничтожен еще. Но выглядит как будто взорванным. Сейчас горит, он вообще горит. Да, ну это со временем, да, он перейдет в дед. Кстати, в это время можно его отремонтировать? Не знаю. Ну, можно попробовать, но... Ты будешь делать. Ой, бонзай зря сделал это. Бессмертие.